всем. So I'm going to delay the excursion slightly. Поэтому чуть-чуть подождем. Сейчас еще минут 10-15. Because I don't want to disturb them. They're very important. Производство там не беспокойство, по количеству людей не должно быть, да, чужих на производстве. Excellent. Now. Beautiful legs all over. Чудесные, красивые ноги здесь. Unfortunately, I have to dress like this. But the ladies and the gentlemen who are showing their legs will have to wear these trousers, if you don't mind. Because I know the ladies have no hairs, but the gentlemen have. So we need to make sure that политика никаких волос лишних, да, чтобы нигде ничего не осталось, нужно будет вам одеть специальную одежду. Before we go in, I will just explain the factory to you. So make sure that you расскажу по фабрике немножко, прежде чем мы пойдем на фабрику, чтобы вы имели представление. Have you had some coffee? Кофейку можно вам или чай? Да не откажемся. А мы не кофе? Кофе. Тогда нужно будет сходить. Марина, пожалуйста. Because we're going to be a few minutes. Потому что мы будем ждать, поэтому уж чайку потому что происходит с питанием именно в школах,
и именно питанием детей, и очень много, конечно, некорректно. But ladies and gentlemen, this is not only in your country. Но это не только в нашей стране. Please. Это yeah? Don't think it's only in country. These were there. Не думайте, что это только здесь, как у нас, то есть везде и в Европе. Может быть, какое-то время назад, но это все. And some of these practices still happen in different places. И в некоторых местах то же самое. The only thing is we have good regulation. То есть что хорошо в их странах, это то, что там все-таки закон работает. And very strict regulations. И очень серьезные законы, которые работают. And why we went into what you guys call here industrialization is because of those reasons. И как раз the reasons of people having canteens and making food in столовых и в небольших кухнях, которые были рядом, находились с учебными заведениями. И были случаи, когда люди болели, люди умирали, и с этого началось изменение закона. И как раз энергетическая ценность недостаточно была. То есть все эти моменты. And food safety was key. Самое основное, конечно, безопасность. And all this in the UK came about by a lady called Carol Walker. Вообще начался этот процесс с одной всего женщины. Ее звали Carol Walker. Ее ребенок как раз умер коллиформы, то есть заражение сальмонеллез, и умер ребенок. Великобритания, именно Великобритания. And because of that, she by herself launched a campaign. То есть она как раз вот сама начала все эти протесты, начала эту работу к тому, чтобы какие-то изменения произошли. The government policies. И правительство уже вот основываясь на этом случае начали менять и законодательство, и законы, и регламент. Чай, Марика.